Добрый день! Меня зовут Жданова Анастасия. Сегодня хотела бы показать вам распаковку диеты Елены Малышевой. Хочу привести себя немножко в форму, так как, видите, уже тесто подошло. Вот. И, собственно, купила себе диету на целый месяц. Новое меню. Хочу сегодня уже начать. Диета длится двумя этапами. Через 2 недели мне привезут еще одну коробку, чтобы полностью холодильник не забивать. Но давайте посмотрим, чем же мне придется питаться эти 2 недели. Вот такая коробочка мне пришла. По сравнению с рукой, ну, она такая достаточно большая и увесистая. Эта коробка мне на 2 недели. Меню рисовое, К2. Вот такая коробочка. Я ее еще пока не вскрывала. Давайте вскроем ее вместе с вами. Итак, посмотрим, что у нас там в коробке. Так. О, как мало. А, нет, тут двойное дно. Угу. Так, ну давайте посмотрим. Здесь есть вот такая вот инструкция. В инструкции написан состав диеты. Как использовать эту диету, как она работает. Ну и разгрузочный день. Так. Давайте посмотрим. В качестве ужина у нас есть вот такая донская уха. Такие вот супчик боярские щи. Все холодненькое. Так, филе цыпленка с рисом. Это обед. 218 калорий. Так, здесь у нас... Здесь у нас каша рисовая, это разгрузочные дни. Насколько я читала сейчас аннотацию, получается по одному брикету на каждый прием пищи 4 раза в день. Вот такие вот рисовые мешочки. Так, что мы тут еще видим? О, вот это вкусняшка, наверное. Обед запеканка, ну она не очень такая низкокалорийная. Запеканка с лососиной под соусом миньер. Такая достаточно большая упаковочка. Давайте на всякий случай просто, чтобы для интереса, покажу. Вот так она выглядит. Ну, думаю, что когда ее разогреем, она будет выглядеть немножко повкуснее. Она тут с соусом. Так, цыпленок по-шанхайски. Вот такой. Вот, видите, в брикете, что у нас есть. Но, опять же, все замороженное. Думаю, что это все будет выглядеть гораздо аппетитнее. В будущих видео покажу, что после разморозки получается. О, а это вкусняшки. Это медово-кремовый десерт. Он такой замороженный, но это десертик. Он на один прием пищи. 95 калорий. Так, что у нас еще есть? Еще медовое пирожное. Вот такие десерты. Кокосовое суфле и вот такой вкусненький десерт, шоколадный мусс. Ну, вроде выглядит достаточно аппетитно. Я сладенькое люблю. Так, посмотрим, морковный тортик. Такой даже, ну, такой маленький достаточно. Вот, и еще один десерт, шоколадный пудинг. Также все в заморозке. Это нужно сейчас будет в течение... полчаса убрать в холодильник. И вот такая вот слоечка с творогом. Также на один прием пищи. Это как завтрак у нас идет. Так, ну и здесь продолжаем обзор вкусняшек. Десерт птичье молоко. И десерт суфле тирамису. Угу.
бесчисленное количество каких-то батончиков. Так, фруктовый батончик с яблоком, орехами, с абрикосом, ягодный батончик, фруктовый батончик с абрикосом, фруктовый батончик с яблоками, орехами, ягодный батончик с клубникой. Он такой, этот батончик тоненький. Жалко. Я поесть люблю, но будем худеть. Так, ягодный батончик с черной смородиной, десерт. Это, я так понимаю, все либо десерты, либо завтраки. И еще вот такой вот ягодный батончик с черной смородиной. Так, посмотрим. Это все десерт, 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 десерт. Да, это все десерты. Вот такое разнообразие десертов. Это наш второй прием пищи. Что же мы видим под вторым дном? Угу. Мы видим всякую вкусняшку. Так, мы видим фетучини с мясом цыпленка. Давайте немножко просто вам покажу каждое в коробочке. Вот такие тушеное тут лежит. Плов с курицей. Запеканка овощная, фарфале, запеканочка, кускус. Вот давайте на всякий случай покажу вам фарфале. Вообще обычно люблю фарфале в нормальном виде. Так, как же оно у нас тут выглядит в нормальном виде. Вот такое, такая штучка. В принципе, достаточно увесисто по разграммовке. Всего 106 калорий. А, это завтрак. Интересно. Фарфале у меня будет на завтрак. Хорошо. Так, и еще один сюрприз. Одно дно еще я вижу в этой коробке. Напоминаю, это меню именно на 2 недели. Через 2 недели мне придет еще одна такая же коробочка. И здесь во втором дне... Надеюсь, это последнее дно. А, нет, это не последнее дно. Так, мы видим вот такие наименования. Так, цыпленок, чихабили, еще цыпленок, запеканочка. Так, смотрим, тефтельки, котлетки овощные, каша овсяная, запеканка и чили кон карне. Так, ну давайте покажу вам, как же выглядит овсяная кашка у нас тут. Вот овсяная каша. Ну, такой вид не совсем лицеприятный. Ничего не видно. У нас все заморозки. Давайте покажу вам, как же выглядит цыпленок. Так. Вот такое замороженное блюдо. Как видите, упаковочка почти полная. Тут вот какие-то кусочки, вот видно, картошечки. Ну и давайте покажу вам еще, что у меня там спрятано под последним уже, наконец-таки, дном. Боюсь, что это не диета, а я тут объемся. У нас спрятались ужины и завтраки. Так, кашка рисовая спряталась у нас тут. Плов из дикого риса, суфле из индейки, кнели куриные, каша гречневая, куриная грудка, запеканка, куриные шарики, еще одна запеканка и ленивые голубцы. Вот такой обзор получился. Спасибо, что досмотрели до конца. Еще раз напоминаю, это диета Малышевой. Коробочка у меня на 2 недели. И вот такая куча еды мне на 2 недели. Ну все, побежала класть в холодильник. Приятного аппетита!